хуситы нанесли удар по силам арабской коалиции. Войска президента Йемена Абде Раббо Мансура Хади подверглись ракетному удару со стороны хуситов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира». Группа ракетных сил хуситов запустила баллистическую ракету по силам арабской коалиции на западном побережье провинции Таис в Йемене. Отмечается, что была запущена ракета типа М-2. Ранее 10 мая неизвестные нанесли ракетный удар по кораблю с грузом российской пшеницы у берегов Йемена. Выпущенная ракета попала в трюм, в котором находились 50 тысяч тонн зерна. В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон, боевое крыло хуситов, шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая, войска изгнанного ими суннитского президента Абде Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.